Здравствуйте. В наступившем 2016-м, надеюсь, не выпускать альбомов больше, потому что альбом «За закрытыми окнами», по моим ощущениям, очень вместительный и большой. И, конечно, отдыхать нам от него еще очень не скоро придется. Мы только начинаем его на концертах играть. И вот первый раз в этом году в «Электричестве» он прозвучит 5 марта в московском клубе «16 тонн». Акустическую версию мы уже представили первый раз в Ижевске. 7 января мы там играли. Мне показалось, что было очень здорово. Еще хочу сказать, что на электрический концерт в «Тонны» у нас можно будет на «Планете.ру», где продолжается краудфандинг, купить пригласительные. Все. Спасибо за внимание.